Теперь все то же самое, но спокойнее. Вот переулочки, где играют дети. Оно закрыто от прохода посторонних. Короче, вирус через забор не летает, помните. Вот. Люди чувствуют себя спокойнее, не пуская чужих в свои переулки. Ну, вот так. Что есть, то есть. Это надо понимать. Это мне нравится не принимать. Но тогда надо уезжать. Здесь живут, как привыкли. Вот, собственно говоря, тут и маникюр, и педикюр, и продажа бананов. Чего угодно. Вот такой микрорынок. Синьцзяо. Деревянная мастерская. Вот он делает такие колокольчики, фонарики. Камон. Вот мастер. Вот так работает. Вот начали продавать все. Начало открываться потихоньку. Вот такая жизнь. Кипучая. Не, реально, начала зевать. Смотрите, сколько уже мотобайков. Все пооткрывались, и вон люди пошли стричься, мыть голову. Ну, еще магазины работают с ленточками. Типа, нечего тут толпиться. Но Вьетнам начал напоминать обычный Вьетнам. Меня это очень радует. Мяу-концепт. Кошка-концепт. Круто. Одно название сейчас стоит. Вон фрукты, арбузы, дурианы. Вы не спрашивайте меня цены. Вот этот вопрос дешево. По сравнению с тем, что как бы... Ну, может, не очень дешево. Я думаю, около полтинника дуриан. Вот. Что у нас еще? Магазин детский открылся с ленточкой. Ну, то есть, ты из-за ленточки кричишь, что тебе надо. И вынесли, показали. Понравилось, купил, не понравилось, дальше пошел. Вот. Мастерская швейная заработала. Хай-ха, 116. Вот 116 дом. По улице Чан Гуенхан. О, синьцзяо. Вот цены на фрукты, пожалуйста. Апельсины 20. Вот. Батат 17. Су-су. 15. Картошка 25, огурцы 20, помидоры 20, батат вон красный по 30, шикарная японская фасоль, по качеству смотрю. В общем, так-так, вот, вот на улице Чангуэнхан. Сколько, вон манги лежат хорошие. Короче, тут все есть. Еда на вынос появилась. Ну, в общем, круто. Я ищу какой-нибудь уголок относительно безлюдный. Так еще пойди найди. Ух ты, сколько фруктов. Слушай, ну если я их отсюда попру, я ошалею. Это вам честно говорю. Нокме. Тростниковый сок. Все работает. Разница почем? Ну, 5 донгов, ну, 7 донгов. Ну, хоть 10 донгов продаст. Ну, без разницы. Главное, что они вообще работают. Вот это вот идет 200 баллов. Яйца, багеты. Чего только нету. Рикшевая тележка. Женщина в красивом платье. О, тут я была. Мастерская Будды. Улица Мелинь. Все, я сориентировалась, где я нахожусь абсолютно. Моя любимая улица с кучей еды была. Чан Гуэнхан. Там вообще. А вот здесь. Ой, не, я вам цветочки покажу. Монстера. Или какая-то еще лиана. Лезет по пальме. Цветочки. Октябрь, 9 октября, Нечанг. Вот. Дети бегают, прыгают.
В общем, жизнь прекрасная будет, ну. В общем, потихонечку жизнь налаживается. Все, что могу вам сказать сегодня из Нячанга. Вон, мусорщики поехали убирать что-то накопившееся. Ну, в общем, вот так. Не жарко. Солнце спряталось частично за облачка. Ну, градусов 30, не больше. Не больше 30, я думаю. Ну, может, 31-32. Вот. 9 октября, город Нячанг. Выходящий из локдауна и готовящийся к открытию.